Дан старт первому заезду. Бег со старта повел Папа под управлением наездника, мастера наездника Морозова. Бег по берегу Папа и фигуристка. Это тоже заезд. Боил Папа. Первая четверть пройдена за 41 секунду. На первое место перекладывается Пафос под управлением мастера-наездника Морозова. На втором месте фигуристка под управлением наездника третьей категории Лобовского. Итак, костромской наездник и наездник из Ярославля. Впереди вторая четверть пройдена за 37 секунд. Морозов впереди. Его захватывает, сопровождает его Лобовской. Бег в борьбе идет фигуристка, на втором месте на корту сзади Папас. Третья четверть пройдена за 38 секунд. Лошади проходят последний поворот и сейчас выйдут на финишную прямую. Бег с отрывом ведет фигуристка. Итак, орловская кобылка победила в этом заезде. А сейчас... Бег на первом месте закончила фигуристка. Тут первый номер под управлением наездника третьей категории Лобовского. На втором месте гнедожеребец Папа под управлением мастера наездника Морозова. На третьем номере четвертый. На третьем месте четвертый номер Балтика под управлением Корчагина. И на четвертом месте... Хочу отметить наездников. Вы знаете, уважительное отношение друг к другу и к лошадям в том, что посмотрите, какой ровный старт. Просто спасибо. Дан старт второму заезду. Бег со старта ведет Булатная. Рядом Желейка. И Магнат. Сбоила Желейка. На второе место вышел пятый номер «Витязь». Поправка. Бег ведет второй номер «Булатная». На втором месте «Витязь». На третьем «Магнат».
Вторая четверть пройдена за 41 секунду. Бег по-прежнему ведет Булатная. На два корпуса сзади. Битесь. Так, орловские каблуки показывают отличную подготовку. Но Витязь... На втором месте поправка Пифагор под управлением наездника третьей, второй категории Некрасовой. Сбоил Пифагор, сбоила Жалейка, без сопряжения. Ведет Булатная. Лошади проходят последний поворот, выходят на финишную прямую. Итак, орловская кобылка. Паша, давай! Даю Пифагор. Очень хорошо, что она успела его поставить, иначе бы ей не был засчитан результат. Ах, какая лошадь, магнат. Он еще маленький, но какая прекрасная лошадь. Вот самая строгая лошадь из сегодняшних, но ее очень хорошо провел Корчагин. И заканчивает бег Витязь.